и конституционно выражают свой протест против произвола правящей элиты, против фальсификации выборов, против грабежа пенсионеров, против звериного бюрократического капитализма, который создан в нашей стране для того, чтобы уничтожать и пожирать жизнь народа. Результаты правления этой системы мы видим по Владимирской земле. Разоренные города, закрытые предприятия, нищенские зарплаты. И все это оправдывается так называемым государственным интересом. Мы знаем этот интерес. Этот интерес заключается в карманах узкой кучки людей, которые присвоили себе право называться государством. Но государство должно принадлежать народу. Мы люди разных взглядов. Я член Левого фронта. Сегодня вспомнили Алексея Навального. Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, вот уже скоро месяц сидит в СИЗО, держит голодовку, причем сухую голодовку. Насильно кормят. Трижды Сергея возили в больницу. Дважды из этой больницы возвращали домой. Он находится в тяжелом состоянии, но дух не сломлен. Мы разных взглядов. У нас могут быть разные подходы к будущему. Но настоящее мы оцениваем однозначно. Это нарушение закона, это нарушение прав граждан, это нарушение прав народа на нормальную человеческую жизнь. Мы не хотим жить в стране, в которой права имеют только миллиардеры, их приближенные, прикормленные чиновники и силовики, которые защищают и охраняют их власть. Мы хотим сами решать, кто из нас будет править. Либералы или коммунисты, единороссы или, там, не знаю, кто там еще есть. Какие там еще есть партии? Понимаете, то, что здесь происходило, выборами назвать, конечно, тяжело. Власть показывает свой страх. Боится кто-нибудь, когда делает что-то нехорошее. Когда ты уверен в своих силах, когда ты делаешь хорошее, тебе нечего бояться. Ты будешь приветливо и с иронией приветствовать оппозицию, приветствовать свободу слова, приветствовать разные мнения. Когда ты душишь оппозицию, запрещаешь встречаться с народом-оппозиционером. Когда ты преследуешь людей, значит, ты чего-то боишься. Чего они боятся? Они боятся разоблачения, конечно. Они боятся, как тот самый король, на котором мальчик однажды показал и сказал, а король-то голый. Этот король голый. Мы это знаем. Мы это видим по нашей стране. Поэтому я рад сегодня всех здесь приветствовать. Я вместе с вами. И вы молодцы. Спасибо вам большое.